Ирина, какие у нас настроения? Сирическая. Что ты все помаду целовал? А помады не было, не краешь. Как славы сделать. По славе, да. Слава, надо же попробовать испить все. Да, что там у тебя есть? Слава. Здравствуйте. Дорогие гости, минуточку внимания. Дорогие гости, сегодня мы собрались здесь, чтобы вместе отпраздновать знаменательное событие в жизни наших уже Валеры и Ирины. Вот, им предстоит пройти по этой жизни рука об руку. Пожалуйста. Давайте выпьем за то, чтобы на этом пути им встречались только хорошие люди, и чтобы у них в жизни было хорошо, хорошо и еще лучше, так скажем. Добра и счастья вас ждут. Давайте. Ну все, рюмочки давайте. Наливайте и выпивайте. Вздрогнули и выпили. Ух ты, хорошо пьете. И можно закусывать, сказали. За молодых. Ой. Дорогие дети, Ринка Валерьевна, хотите поздравить вас с таким знаменательным днем вашей жизни и пожелать вам совместного пути на долгие-долгие годы, чтобы ваши пути никогда не разошлись, чтобы вы друг другу всегда уступали, чтобы любили друг друга, как говорится, до гробовой доски. Счастья вам и всякого благополучия. Я не хочу. Будем ждать поздравления жениха. Родители жениха. Родители жениха. Видите, какие интересные. Дорогие наши. Выпускники. Валерка.
Проводили мы вас женихом и невестой еще, а встретили уже мужем и женой. Может быть. Ну, ты плачешь, по спорю, какое было. Пошел домой. Всю жизнь мечтала о дочке. Я сейчас не скажу, вы меня не перебивайте. Дети, дайте Бог. Дай Бог вам жить. Дай Бог вам жить в мире и в согласии. И чтобы ваш дом был полная чаша, чтобы ты, сыночка, был хозяином в доме, и чтобы Ирина всегда чувствовала твое твердое плечо и защиту. Чтоб ты был мужчиной. Понятно? Я сейчас заплачу. Здоровья! Здоровья вам и счастья! А мне внучку родите. Как внучку? А мне три внука. Три внука. Сразу. Мужчина! Ну да чуть-чуть! Вы уже и детей заказали. А я так и настояла, стояла. А я что буду заказывать? Я люблю. Детей вы заказали. Мне уже кто придет. Детей заказали. Ну, а Колыски не рожают. Я тоже хочу вас поздравить на правах самой ближней соседки с первых дней рождения. И что я хочу вам сказать? Желаю паре новобрачной, чтоб в жизни путь их был удачный, чтоб год от года было краше, и дом всегда был в полной чаше. Чтоб теща, теща! Теща Галя! Теща! А, не, а другая теща. Где теща? Позовите тещу! Теща на кухне! Вот теща, а! Где теща? Тещу срочно! Чтоб теща зятя не пилила, свекровь невестку не корила, чтоб поскорее родился Борька, но пока все крикнем «Горько! Горько! 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 Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Давай, Мирча, во, фотографируй. Давай. Поднимай. Даша, Веры, молодая конфета не дала бы проживание, да? Молодая конфета не дала бы моей маме, да? Милая моя. Это моя невеста. Давайте, дед, поехали. Ну, поднимай. Знаю, поднимай. Поднимай, пей. Тетя Соня. Тетя Соня, а вы? Я только после этой девочки. Честно, боюсь, я больше. Не надо. Так долго пьете? Удовольствие растягивается. Так быстро вы пьете? Да. Не снимаете, вы недолго пьете. Ну, бабу, да.